Мы живем в настолько изувеченной среде, что очень трудно, чтобы между людьми возникали добрые чувства, потому как они приезжают из разных мест, с разными ценностями, взглядами и потребностями. Как-то меня спросили о будущем. Будут ли в вашем обществе все люди одинаковыми? Да, в определенных областях. Они будут любить землю и заботиться о ней, подавать руку при встрече с человеком другой культуры и говорить: «Ваши ценности отличаются от моих, я хотел бы больше узнать о вашем образе мышления». Они будут одинаковыми в этих областях. Они будут открыты для новых идей, будут учиться прислушиваться к новым идеям, задавать уместные вопросы об этих идеях. Да, в этих областях они будут одинаковыми. Я бы сказал, что большинство людей в мире знают, что их телефоны, их телевизоры... их музыкальные инструменты будут модернизированы и изменятся. Поэтому люди и ждут с нетерпением новые модели телевизоров, фотокамеры следующего поколения. Они знают, что новая техника будет умнее, но они не знают, чего не хватает в правительстве. Они не знают, что отсутствует в их собственной системе ценностей, в их поведении. Не знают этого и ученые. Они настолько узкоспециализированы, что не могут общаться на темы за пределами своих дисциплин. Пока еще. В будущем нам потребуется новая профессия, междисциплинарный специалист. Это люди, обученные сразу во многих общественных дисциплинах с целью понимания взаимосвязей между ними.